Всем привет! Я хочу снять вам видео о моих приобретениях, о моих новиночках. Вот эти бусы были куплены мною давно на Урале, около 10 лет назад, и я их не носила. Они такие, знаете, тяжелые, это сердолик. И были немножко коротковаты мне, ну, обвивали прямо так шею, как-то неудобно. И вот я поехала в ювелир-центр и заказала там бусы в серебре. Теперь вот у меня сердолик в серебре. Я уже его показывала так бегло на себе. Они немножко длинноватые, но не стоило убавлять камни, поэтому вот мне сделали из всех тех камней, которые у меня были. Вот этот вот сердолик, он, конечно, очень интересный. Вот можно каждый камешек рассматривать. Сейчас у меня здесь, конечно, электрическое освещение, но все равно видно, что вот каждый камень индивидуален. Я очень-очень коротко буду говорить что-то одно о камне, потому что если я буду рассказывать долго, и не хватит у меня времени показать все мои новиночки за последнюю неделю. Сердолик, он обладает лечебными свойствами на кожу, на щитовидную железу. У него больше лечебный эффект, нежели у янтаря. И вот это вот у меня новые бусы. Он, ювелир, каждую бусинку надел на серебряные штыречки, которые соединены между собой. Ну и, естественно, это серебряная застежка, серебро 925 пробы. Очень-очень хороший карабинчик. Вот эти бусы сделаны по образу и подобию вот этих вот гранатовых бус из Баку, которые мне прислала Виола от ювелира Мурада. Вот, и я возила их в качестве образца нашему ювелиру сибирскому. И вот он смог сделать мне вот эти вот бусы из сердолика. Лечебный камень. Камень очень хороший. У меня сложился вот такой вот комплект. У меня вот такой сердолик браслет. Еще один сердолик Свердловского завода ювелирного. Вот. И кольцо из сердолика, которое очень хорошо будет сочетаться с моими бусами и браслетом. Возможно, даже просто буду надевать маленькие аккуратные сережки из белого золота к этому очаровательному набору. Я, конечно, бусами очень-очень довольна. И вот там, где я заказывала эти бусы, это в маленьком соседнем городке, который находится неподалеку от Новосибирска и рядом с тем городком, в котором живу я. Там, в ювелирном центре, я же приобрела себе вот такой вот набор из бирюзы. Тоже очень немножко скажу о бирюзе. Бирюза, она очень сильно ценилась на Востоке. И самое интересное, почему я купила ее, потому что на бирочке написано «бирюза натуральная». Натуральная бирюза. Вот такой производитель «Сереброника». Вот это меня, конечно, прельстило. Мне вроде бы как и не нужна была бирюза, поскольку у меня она есть в золоте. Но вот этот вот комплект не смог меня оставить равнодушной. Но это фактически ручная работа. Немножечко не передает камера цвет этого великолепного комплекта. Он, знаете, нечто среднее между голубым и зеленым. Вот, ажурный, в то же время не тяжеловесный. Очень хорошо смотрится в ушах этот комплект. И я очень-очень довольна. Конечно, это серебро 925 пробы. Очень выполнено ажурно. Ну и возможно даже, что это ручная работа. Таких подобных изделий я не видела, вижу первый раз. Вот этой вот фирмы «Сереброника». Бирюза. И та, и другая, и третья с небольшими какими-то вкраплениями. Вот. И там же я приобрела себе наборчик из чароита. А, ну что я хочу сказать о бирюзе? Бирюза притягивает деньги.
причем очень сильно. И в то же время она относится и к сильным любовным амулетам. Женский камень. Но есть такая одна особенность у березы. Она очень сильно привязывается к своему владельцу, и ее нежелательно передаривать, перепродавать и передавать по наследству. То есть она фактически умирает вместе со своим владельцем. Ну и вот такой у меня комплект из чароита. Тоже немножечко камера делает цвет более насыщенным. Она более такая нежно-фиолетовая. Бирюза тоже это природная. У меня есть бирочка. Это производитель Silver 925. Вот посмотрите. Бирюза. Ой, чароит. Россия. Производитель Silver 925. Чароит – это камень редкий, относится к редким камням. Когда это месторождение было открыто на реке Чара, то оно очень хорошо разрабатывалось, и во Франции аэропорт облицован вот этим вот чароитом. Аэровокзал. Сейчас эти запасы чароита исчерпаны фактически. Это Восточная Сибирь, река Чара. Поэтому, если есть возможность, нужно приобретать себе в дом пирамидки из чароита, вазы, шкатулки. Это, конечно, недешево. Вот этот набор, он не очень дорогой. Но, учитывая то, что он не такой крупный, вы видите по размеру моих пальцев. Вот чароит, его основная функция – это он отводит негатив от семьи. Негатив, который могут привнести чужие люди в семью, принести разлад. И, ну, даже более страшные вещи. Поэтому чароит нужен семейным людям, семейным женщинам. Комплект очень красивый. У меня до этого было кольцо одно из чароита. К нему в магазине продаются серьги. Возможно, когда-то я их приобрету. Они в комплекте. Вот не получилось у меня в свое время приобрести. Вот теперь у меня есть таких вот два кольца. Их, конечно, я ношу вот таким образом. На одной руке это, на другой руке то и серьги. Серьги очень хорошо сидят в ушках. Ну вот я еще хочу сказать, чем мне понравилось. Посмотрите, здесь какой толстый, то слой серебра 925 пробы. Тоже индивидуальная работа. Затем вот эта пластинка чароита, она посажена на вот этот вот серебряный постамент и сделана небольшая вот такая фиксирующая деталь, которая придерживает якобы вот этот чароит, который, я думаю, и так не отпадет, потому что сделано очень довольно-таки прилично. Точно так же и вот эти вот сережки. Вот. И сегодня как-то занесла меня судьба в магазин, в котором я не была много-много лет. Да ну немного лет, ну захожу, может быть, раз в год, но так ни о чем. И там была распродажа, но это была распродажа очень давно в другом магазине, и она не состоялась до конца. И вот уже не по распродажной цене, а по нормальной цене я покупаю себе вот такой комплект. Это пирит. Он несколько необычно обработан, видите, в виде кабошона. Обычно пирит, он имеет такие неровности. Значит, это самый один из мощных оберегов, самый любимый камень Гураль. Это автор книг о камнях. У нее много-много очень книг. Она признана во всем мире. Ее книги продаются и покупаются во всем мире. Вот это такой вот сульфид железа. Этот камень, он дает бодрость, он дает силы. Причем это вот не общие фразы, многие камни дают бодрость и силы, да? А он именно помогает, когда нужно выполнять тяжелую физическую нагрузку, когда нужно очень-очень много энергии, в то же время он оберегает своего владельца. Но его нельзя носить подолгу, потому что он может давать агрессию своему владельцу. Вот. Но камень этот когда-то называли золотом дураков или золотом глупцов, потому что люди считали его золотом из-за его вот этого блеска. Но на самом деле это вот сульфид железа, из него даже изготавливают серную кислоту. Сережки эти я носить не буду. Видите, как они сделаны? Они очень тяжелые, они весят 12 граммов. Из вот этой вот серьги я сделаю кулон. Кулон.
Кольцо я буду носить, потому что мне нужно много силы, много энергии. Ну, агрессия, скорее всего, во мне не проснется, потому что я абсолютно не агрессивный человек. Вот, мне это кольцо очень понравилось тем, что здесь, видите, настолько вот красивая вот эта оборотная сторона. Вот. Вот в таком интересном выполнено серебре. Вот, я давно хотела себе такое кольцо. Купить это фактически невозможно. И вот случайно сегодня встретила, вот в нашем городке был отдел, где продавались вот такие редкие изделия, но он закрыт, потому что не пользуется популярностью вот такое что-то необычное. Вот, и вот сегодня я купила, отдельно не продавались кольцо и серьги, я бы, наверное, взяла кольцо, и мне было бы достаточно. Но вот придется сделать кулон, и, возможно, я сделаю вот такой какой-то вот браслет. Какой-то жесткий браслет, и на нем будет вот этот вот элемент. Вот такая вот красота. Я рассказала очень бегло, очень быстро. Если будут какие-то вопросы, ну пишите, просто очень интересно. Вот. Но каждый камень настолько необычен. Вот из этой вот четверки камней, повторю лишь, сердолик очень лечебный камень. Он укрепляет иммунитет, ну, в общем, и дает это защиту тоже. Бирюза – это женский камень, он приносит лад в семью. Просто взаимоотношения между мужем и женой никогда не нарушатся, если у вас будет дома бирюза. Чароид – он охраняет от негатива полностью семейное гнездо и от тех возможных воздействий, которые привносятся в эту семью чужими людьми. А вот этот вот камень – это один из сильных оберегов пирит. Он загадочный очень камень, хотя его очень много на планете, но его очень мало вот так вот делают. Именно вот таким вот кабошоном. Вот. И поэтому вот у меня такая вот счастливая получилась покупочка. Пирит вот этот, он тоже дает денежную удачу, так же, как и бирюза. Всем пока, всем удачи, приобретайте камни.